В городе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Дорога». В ближайшие дни правоохранительные органы усилят меры безопасности и будут работать с водителями, игнорирующими правила дорожного движения. В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения дорожно-транспортных происшествий, пресечения и выявления грубых нарушений правил дорожного движения с 8 по 10 июня текущего года на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дорога», направленное на профилактическую работу по недопущению дорожно-транспортных происшествий. Так, за один день правоохранители выявили более 80 нарушений. Также специалисты зафиксировали двоих водителей в состоянии алкогольного опьянения и 16 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Уважаемые жители и гости города, а также водители и пешеходы, просим вас соблюдать правила дорожного движения, а также не допускать дорожно-транспортных происшествий. С начала года в городе выявлено более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Из них 46 водителей выехали на полосу встречного движения, а 97 пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Ольга Цуканова, Айкена Балхасымова, Сергей Баданин. Новости Темиртау.